уважаемые участники конференции. Я прежде всего хотел заметить за опоздание. Только приехал с нашего Николаевского учебного центра Военно-Морских сил Украины. Сегодня еще 155 человек, наших николаевских ребят, приняли присягу на верность народу Украины. Тот центр жду, когда вот вас все-таки сделает обещанное. Я хочу сказать так, что да, я прошел журнала войны, пришел в мэрию на работу. Я дальше продолжаю работать в том направлении, чтобы всячески оказать помощь нашей армии. Я очень часто выезжаю в зону ОТО, как волонтер уже. И что мне приятно, что из 4 народных депутатов, которых я видел, 3 находятся в этом зале. Перед Крещенко, Тараской и Перелезняк. Владимир Иванович не видел, но уверен, что он тоже там был. Да. Поэтому я хочу поблагодарить тем действительно людям, которые, несмотря на то, что они занимают высокие посады, всегда уходят время и помогают нашим ребятам, оказывают всяческую помощь нашей армии. Спасибо вам большое. Здесь хочу напомнить о том, что война действительно не закончилась, война продолжается. Наша армия, наши ребята нуждаются в помощи. И я заранее вам благодарен и уверен, что вы все, которые находятся в этом зале, всегда откликнетесь на призывы наших ребят и окажете посильную помощь нашей армии, нашим волонтерам. Ну и, естественно, конечно, нельзя забывать никогда простые граждане. Я также уверен, что каждый сидящий в зале делать все возможное для того, чтобы нашим гражданам Украины комфортно и хорошо жилось в нашей стране. Поэтому большое вам спасибо за работу, большое спасибо за помощь. Ну и немножко воспользуюсь своим служебным положением, как заместитель городского главы, я хочу всех вас пригласить 19 декабря на открытие нашей главной елки города Николаева, 11 Николая, 16 города Николаева. Пожалуйста, приходите на открытие. И в 17 будет благотворительный концерт, и есть возможность поучаствовать. Спасибо большое.